Певица прокомментировала ценности 70-летней примадонны. Известная певица Вика Цыганова вспомнила одно высказывание Аллы Пугачевой, посвященное собственной публике. Алла Борисовна когда-то сказала, что она королева всех плебеев. И теперь она это повторяет. Наверное, так относится к публике своей, к своему творчеству, отметила артистка в интервью Цайграду. Цыганова подчеркнула, что говорит это не из зависти, и у нее нет цели оскорбить Аллу Борисовну. Она признает примадонну яркой и мощной певицей, оставившей свой след, но отмечает, у них с Пугачевой разные ценности. Я человек православный. Прежде всего, Алла Борисовна тоже крест носит. Но понимаете, она отстаивает другие ценности. И она их пропагандирует. И она их постоянно транслировала, говорит Виктория. Может быть, сейчас в ее душе что-то изменилось. Но окружение осталось тем же, абсолютно тем же. Также Цыганова отмечает, что российской эстрадой уже долгие годы заправляет одна и та же семья, которая не пропустит посторонних. Те, кто не хочет остаться за бортом, вынуждены превозносить этих звезд, преклоняться и пресмыкаться перед ними. Добавим, что несколько дней назад в Кремлевском дворце отгремел юбилейный концерт Пугачевой. Шоу оставило неоднозначные впечатления. Одни восхитились смелостью и трудоспособностью 70-летней исполнительницы, другие остались возмущены отвратительной организацией концерта. Этим концертом Алла Борисовна, как считается, завершила свою карьеру. Однако в сети шутят, Пугачева прощается с публикой не в первый раз, и у тех, кто не попал в Кремль 17 апреля, есть возможность выбраться на следующее выступление.